На этой неделе вся страна отметила День государственного флага Российской Федерации. Утром на Театральной площади Славянска на Кубани прошло торжественное мероприятие, посвященное этой дате. В празднике патриотизма приняли участие жители города. Почетное право поднять флаг Российской Федерации предоставили ветерану вооруженных сил, полковнику запаса, председателю Славянского отделения Всероссийской организации «Боевое братство» Александру Пантелееву и учащемуся отделения адаптивного спорта детско-юношеской спортивной школы «Изумруд», бронзовому призеру первенства России по легкой атлетике, серебряному призеру первенства Южного федерального округа по боксу 2015 года Андрею Ракову. Во время выступления глава города Александр Коновалов выразил уверенность, что в наших детях, внуках мы воспитаем бережное отношение к государственной символике, чувство уважения и любви к родному краю и отечеству, чтобы они выросли достойными гражданами великой России. Мы должны помнить о государственных символах не только в праздничные дни. Очень важно, чтобы уважение к флагу, гимну, гербу России стало частью нашей жизни. А наши души наполнялись священным трепетом, когда флаг поднимается в дни государственных праздников или на спортивных аренах в честь побед россиян. Сегодня российский триколор знает во всех уголках земли, как символ преемственности поколений, отваги и силы. Государственный флаг – это наша история, символ единения народа, символ Родины. В государственной символике России отражается мощь и величие нашей страны, ее славная история – подвиги российского народа. И относиться к нему с глубоким уважением – обязанность каждого гражданина своей страны. Тина Копачевская, Александр Косицын, программа «События».